Вот такой советский топор. Так, и тут он уходит. Вау! Ты прям потрогал топорик этот, да? Так, ребята, к нам, короче, идет проверка. Скажи, не стесняйся, на камеру говори. Одна фаза на один этаж. Как он тут правильно говорится? Вы в своих комментариях просили показать про электропроводку нашего дома. Сегодня у меня как раз выдалась такая возможность. Мне пришли дифференциальные автоматы, и мне надо их доставить в свой щиток. У меня специально даже на кепке сегодня буковка А от слова «электрик». А вот они, дифы, которые мне пришли от нашего замечательной компании, которую я вам не скажу, потому что рекламу мы не рассказываем. Так, ребят, почему я хочу вам рассказать сегодня вообще вот про эту штуку, хотя я думаю, что те, кто строит свой дом своими руками, уже это 1000 раз уже изучали. Потому что, во-первых, вот эта схема, она классная. И если вы строите свой дом, я бы советовал идти именно по этому пути, но это реально прикольно. Здесь реализованы некоторые нюансы, где я накосячил, и опытный электрик, вот сейчас и будет реклама, Михаил Такаев, привет тебе, друг, сказал, что вот это быстро исправь, и потом покажешь мне, что ты это исправил. И поэтому я решил не просто ему фотки отправить на WhatsApp, а я ему, короче, прям видос сделаю, и вы посмотрите все косипоры, которые я допустил на сборке этого щита. Казалось бы, что там в щите собрать-то? Скрутил там, все понятно, а тем не менее. Так, я сейчас вам выложу схемку вот здесь, вот она вот тут сейчас будет где-то прикручена, а лучше, наверное, давайте ее так увеличу на полный размер, вы посмотрите. И по этой схемке мы сейчас соберем наш щит. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Итак, друзья мои, а ведь мы приступаем к откручиванию саморезов. И сразу же опытный электрик может определить косяк. Я вам скажу, в чем он. Вот она проблема. То есть я эти штуки вставлял прям напрямую и затягивал. Если в автоматы это совершенно не страшно, то в шину это опасно. Кстати, ребят, не повторяйте то, что я сейчас делаю. Главное, чтобы это было не под током. Здесь все не под током. Смотрите ту схему, которую я вам скидываю, и анализируйте с тем, что я сейчас собираю. Итак, ребята, как вы видите по вот этой картинке, у нас сейчас подключено два дифференциальных автомата, на которых зашло две фазы. Вот черный провод и, вы видите, белый провод. Ноль ушел на шину ноля. Вот он находится на шине. И ноли мы сейчас раздаем как раз отсюда на все дифы. Вот, нам осталось три дифа, на которые мы должны раздать. У меня есть вот такой советский топор, который просто шикарно работает. Ну, ребят, конечно, если сейчас опытный электрик какой-нибудь, он скажет, блин, дружище, ну что это вообще? Так никто не делает, это не по-советски. Так, хорошо, первый готов. Ну, я же, конечно, должен показать, как что, никого не обманываю. Вот, примерно, как-то вот так это выглядит. Так, ребят, давайте, ну, вы поняли, да, суть? Сейчас я быстро это залуживаю, ставлю два дифа и потом, короче, объясняю, как это все сделано. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it in the night. It's young. It doesn't matter what we do. Здесь на этих. Так, это у нас Элина. Мы сделаем так, L. Это у нас Ник. Мы ставим N. Ванна. Су. Су это санузел, я надеюсь, вы поняли. Я никого, кстати, ребят, сразу говорю, я не учу никого. Вы не подумайте, а то сейчас начнется еще какая-нибудь полемика, что я там учитель. Нет, я это просто показываю, как я это сделал. И чем прикольно, что мне нравится, на этом этаже у нас 5 комнат. И на каждую комнату у нас идет своя розетка и свой свет. Своя розетка и свой свет. Розетка, свет, розетка, свет. И на каждую розетку свет приходится, это у нас 16 и 10. Ребят, еще... Ну, во многих источниках, короче, все советуют, я вам советую ставить на розетки 16 автоматы, на свет 10 автоматы. И общая узошка идет на каждый из комнат 25 ампер. Узошка, ну, дифференциальный выключатель. Как-то так. Я не знаю, конечно, финансово это выходит дороговато. Вот этот штука нам обошлась где-то в районе 7 тысяч. Вот один только щиток на этаж обходится где-то в районе 7. Но это стоит того. Короче, мне нравится. Я считаю, что это намного правильнее. Теперь по поводу расфазовки. Вот этот вопрос для меня был один из самых серьезных. Потому что я не знал, как расфазовать вообще дом. Ну, реально, сделать расфазовочку по всему дому – это тяжело. Поэтому вопрос решился сам собой. На каждый этаж у нас приходят три фазы,
которые делятся, в свою очередь, примерно по источникам. Конечно, угадать все это просто нереально сложно. Расфазовочку делайте по каждому этажу равномерно, и я думаю, что все будет работать правильно. Хотя кто-то советует делать прям одну фазу, на все кидать и, короче, не париться. Или делают еще, знаете как, одна фаза на один этаж. Но я считаю, вечером вы находитесь все в зале, смотрите телевизор, готовите еду. Перекос фаз идет на зал, на одну фазу. В подвал спустились, сауну включили, у вас перекос фаз на другую фазу. Короче, нет, я считаю это неправильно, поэтому три фазы я поднимаю на каждый этаж. Сейчас сидел, кумекал. Слово такое. Да, сидел, кумекал. Я часто сижу и кумекаю. Это нормально, ребят. Так вот, три фазы. Опять источников у нас выхлопа. Короче, санузел мы даем одну фазу определенно. А остальное делаем вот так. Элина с Никитой объединяем фазой. Потом коридор и мы объединяем фазой. Санузел имеет свою. Вот вам три фазы мы раскидали. Я делаю так и считаю, что это оптимально. Да, санузел будет сидеть на конкретно своей фазе, потому что, возможно, в санузле у нас будет стоять что-то тяжелое. Может быть, там будет сушка, может быть, там будет... Я пока не знаю, там бойлер будет 100%. Поэтому давайте санузлу мы дадим конкретную фазу. А остальные мы разделим между комнатами, и это будет оптимально. Поехали. А, кстати, ребят, да, пока вы не ушли, пока вы, короче, смотрите, вот они, дифы, которые мне пришли. Это ВД-63, кто-то, может быть, скажет, что это не совсем хорошая штука, а кто-то, может, скажет, хорошая, не знаю. Так, не буду вам все рассказывать, там, инбоксинги какие-то проводить. Короче, выключатель дифференциальный, ВД-163. Вот я их брал. Тут есть тестовая кнопка. Что, кстати, интересно, те, которые мне пришли с большими кнопками, а которые изначально были с такими кругленькими, ну, это, наверное, просто отличаются выпуском. Так, все, у нас подключено сейчас уже три комнаты. И мы сейчас ставим вот на последний, вот на этот, мы ставим диф, и от него делимся со второй, то есть две комнаты, дочь, сын. Все, значит, нам надо два дифа. И они есть у нас. Ребят, главное, никогда смотрите, чтобы, не дай бог, у вас ток не был подключен. Все, мы это сделали. Теперь какой момент? От каждого дифа мы должны опуститься и сделать свитч. Опуститься, свитч, опуститься, свитч. Что мы для этого берем? Мы берем простой вот такой провод ВВГ, как он тут правильно говорится, зоометаллист, та-да-дан, да-да-дан. Так, далее все просто. Мы делаем вот такие коротыши. Он должен идти отсюда и доходить вот до сюда. Это первый. А второй он должен просто идти как заглушка оттуда сюда. Все. Поэтому мы настригаем с вами вот 5 вот таких. Ничего мы не будем паять. На этот раз никакие колпачки мы одевать не будем. Хоп, хоп, хоп. Сняли. Готово. Мы же по красоте все делаем, правильно? Для себя. Наблюдайте, я буду дальше делать. Ну и что, круто? Сможешь так? Вообще трындец. Сложная схема. Честно говоря, это еще минималочка, потому что у нас в подвале будет посложнее. Там еще будет сауна подходить. Не, на самом деле и на первом этаже уже будет покруче. По сути, мы все собрали. Сынок, покажи пальчик. Короче, ребятушки, смотрите, что такое, да? Это просто сын подумал, что паяльник интересно выглядит. Подошел и потрогал. Ты прям потрогал топорик этот, да? Угу. Сынок, ну технику безопасности надо соблюдать. Ребята, вот будьте аккуратны. Вот такие у нас бывают проблемы на стройке. Да, это папкина вина. Папа не сказал, что там бывает горячо, да? Пап, целуй. Вот так на стройке уже неделю уже. Пойдемте покажу, где мы живем. Смотрите. Ну, блин, у нас не совсем прибрано. Зато у нас есть инфракрасный обогреватель. И у нас есть... Что у нас есть еще? Расскажи. Расскажи, ну не стесняйся, на камеру говори. Давай, давай. У нас есть телевизор. Ну так, такая ты еще DVD. Так... Ты так еще меньше становишься. У нас есть телевизор, у нас есть DVD, у нас есть кальян. Только мы его не курили уже лет 10, да, наверное? Ну, вот эту комнату мы будем с вами скоро штукатурить. Эта вся штука переедет наверх, и этого мы очень сильно ждем. И еще у нас есть кот. Кот. Красивый британский кот. Кот, поздоровайся с камерой. Все. Там у нас детская зона, там у нас, короче, дети играют сейчас. Тут у меня еще эта труба, помните, да, печку я делал? Она все ждет своей очереди, и она скоро уже ее дождется. Вон у нас находится эта наша банька. Нам осталось совсем немножко. Мы хотим сейчас, когда будем штукатурить первый этаж, кухню перенести сюда временно. Эти вещи все наверх.
и вот это все дело начнем штукатурить. Вот так. Да, друзья, не забывайте, у нас есть канал Instagram. Подписывайтесь, заходите. Там тоже выкладываем фотографии, там, короче, тоже движухи идут небольшие. Поэтому строим дом своими руками через нижнее подчеркивание. Я был рад вас всех видеть. Лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до скорых встреч. Пока.